Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас в начале очередной торговой недели. Собственно, снова после выходных мы с вами возвращаемся к спекуляциям, которые проводим каждый торговый день, каждые будни, а с учетом еще и наличия криптоинструментов и выходные тоже следим за финансовыми рынками. Правда, для криптотрейдеров, конечно же, все по-прежнему не самым лучшим образом складывается, особенно если вы позволили себе некоторое время назад поддаться вот на общий ажиотаж и бои, которая была характерна для этого рынка, и рассматривать только одно направление торговли – покупки. К сожалению, сейчас рынок не может отправиться еще от целого ряда фундаментально негативных событий, которые произошли, начиная от ужесточения регуляции в сфере торговли криптоинструментами, блокирования мобильных приложений, сайтов, обязательная верификация, то есть фактически среда, которая раньше должна была быть абсолютно анонимной, сейчас уже таково не являются. Последние ограничения, которые предполагают не просто запрет, опять же, как в Китае, дополнительного привлечения инвестиций в формате ICO, еще есть и запрет на рекламу в Инстаграме и Фейсбуке. Каналы, скажем, весьма популярные для продвижения многих SEO-проектов, сейчас уже более недоступны. Мы, кстати, анализировали с вами этот фундамент в конце прошлой недели, пришли к выводу о том, что, возможно, это не, скажем, основная причина тех распродаж, которые случились. Но все-таки для усиления негативного фона, конечно же, это сообщение и сам факт такого принятия подобных решений со стороны руководства Facebook, он явно сейчас не добавляет оптимизма. И будучи, опять же, трейдерами, которые обращают внимание на крипторынок, зная, как долго эта среда оправляется от негатива, лишь остается смириться с тем фактом, друзья, что вот эти негативные тенденции, они будут на этом рынке преобладать до тех пор, пока не появится серьезного позитива. Для рынка криптовалют этот позитив должен быть только в одном ключе, в одном свете, в области регуляции. Поэтому буду стараться следить за новостями. Я думаю, что если в каком-то формате новость такая будет найдена, вы это тут же увидите в развороте, собственно, котировок криптоинструментов. Но пока это не происходит. И мы вынуждены работать с негативными тенденциями. Это, на мой взгляд, абсолютно очевидный нисходящий тренд. И в связи с этим, друзья, если хочется поторговать криптой, я рекомендую только искать возможности для продаж. Несмотря на то, что многие могут сейчас сделать акцент на альтернативную идею, потому что рынок уже очень сильно просел, и сейчас его стоит только покупать. Ну, просто примите к сведению тот факт, что ситуация может развиваться крайне неблагоприятным, скажем, сценарий. И, к примеру, тот же самый биткоин, достигнув, казалось бы, какой-то психологической планки, то же самое 8 тысяч долларов, есть мнение, что дешевле он стоит, не может, да может, друзья. И ничего не стоит ему оказаться там в районе 5 тысяч долларов или даже ниже. Соответственно, если такой тренд негативный будет характерен для биткоина, конечно же, и прочим альткоинам тоже придется не сладко и нелегко. Собственно, давайте вернемся к этой неделе. Признаю то, что она не такая насыщенная на события, как прошлое, но все-таки несколько инструментов будут в центре нашего внимания. Особенно хочется сделать большую ставку на фунт, потому что предстоящий четверг по аналогии с днями насыщенными таким фундаментом обычно характеризуется такой фразой, как супер четверг, потому что у нас и сразу пересмотр прогнозов, и объем выкуп активов, и пересмотр процентной ставки, голосование относительно денежно-кредитного вектора и курса, и все это в один день. Кстати, такая практика уже чуть больше года ей, когда вы помните, если торговали британцем, к примеру, год назад, чуть больше на самом деле, Эти отчеты размывали на всю неделю. Сейчас приняли решение, что достаточно опубликовать их в рамках одной торговой сессии. И всегда, когда мы работаем с таким фундаментом по фунту, мы ждем с вами крутую волатильность. Этот четверг не станет исключением, хотя я думаю, что даже без такого новостного фона фунт является одним из самых динамичных инструментов. И каждая торговая сессия явно нам это доказывает и показывает. Кстати, фунт сейчас торгуется на отметке 1.41.
К сожалению, отступили мы от максимумов, которые были зафиксированы по итогам недели, отошли дальше мы от цели, которая была обозначена там в районе 1.46-1.47. Но не нужно ставить пока крест на фунт, потому что у британца есть, скажем, своя стезя, в которой он продолжает движение. Я думаю, что фунт, пожалуй, это один из инструментов, который по динамике не нужно закольцовывать на поведение доллара. Да, то, что происходит с долларом, оказывает влияние, в том числе и на британскую валюту, но куда в меньшей степени, чем на тот же самый австралиец, на новозеландец, и уж тем более европейскую валюту. Потому что у фунта, помимо статистики, помимо, опять же, ожиданий тех изменений, которые могут произойти в монетарной политике, мы еще активно с вами отслеживаем все новости, касающиеся Брекзит. И вот, кстати, новость, пришедшая на рынок в пятницу по поводу того, что Тереза Мэй вынуждена отказаться от идеи сохранения таможенного союза с Европейским Союзом, поскольку это чревато, если она и дальше лоббировала идею, что это важно для Англии, чревато серьезным расколом среди консерваторов, и это может стоить, в принципе, ей очень больших, скажем, очков личной репутации. Ну и в конечном счете, для тех, кто явно выступает против нее, создание вот прецедента подобного раскола — это хорошая возможность действительно вывести сам статус премьер-министра Терезы Мэй, поставить его как бы на вотум недоверия. Этот риск присутствует, друзья. Я надеюсь, то, что тему эту развивать особо не будут. Надеюсь, что Тереза Мэй, как всегда, сможет за себя постоять. Ну и, разумеется, не будет отказываться от идеи того, что она сейчас должна сделать все, что возможно, если потребуется даже прыгнуть выше головы, но угождать Европейскому Союзу и принимать те требования, которые выдвигаются, согласовывать и отстаивать те позиции, которые все-таки хотелось бы получить Англии в новом союзе, который формируется уже после вот этого, как мы неоднократно отмечали, уже бракоразводного процесса с Европейским Союзом. Эта тема будет в центре внимания, друзья. Я буду держать вас в курсе. Ну, собственно, мы еще к фунту вернемся. Давайте сначала пробежимся по нашим традиционным вступительным инструментам. Это нефтянка, которая развернулась в пятницу. Говорили, что вряд ли мы преодолеем 70 долларов. Уж больно ощутим сейчас и очевиден риск, который мы с вами старались обозначить в качестве основного триггера для рынка еще очень давно, но на рынке, как правило, в последние торговые сессии или недели хватало и оптимистов, которые делали большую ставку не на сверхпроизводство в США, а на исключительно положительные последствия действий ОПЕК по снижению добычи. И снова я, друзья, возвращаю вас к идее того, что мы будем работать с нефтянкой как с активом, который находится между молотом и наковальней. Это действительно так. Я лично рекомендую все-таки делать ставку на то, что Штаты в этой борьбе выиграют. И именно Штаты с амбициями увеличить добычу в конечном счете и смогут завести нефть гораздо ниже текущих значений. Штаты в этом плане имеют больше шансов, чтобы выйти победителями, только хотя бы потому, что у нас каждую неделю новые и новые отчеты, позволяющие оценить все совокупные объемы производства нефти США. И это отчет от Американского института нефти, от администрации аналитической информации. Чтобы, опять же, не повторять статистику по запасам, если вас интересует преемственность, если вас интересуют тренды и тенденции, которые сложились в этих отчетах, можете пересмотреть прошлые брифинги. Сейчас мы работаем только с одним показателем. Самым важным, на мой взгляд, это вот как если анализировать ситуацию по американской статистике по рынку труда, non-farm payrolls. Мы, да, с большим уважением относимся к статистике по количеству новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора, но все-таки больше внимания уделяем динамике по заработным платам. Так вот и по нефти мы на запасы посматриваем, но все-таки больше нас интересует того, насколько увеличивается объем производства. И за последние 2 недели прирост настолько существенный и серьезный, что позволил нам говорить о скором достижении уже планки в 10 миллионов баррелей в сутки. В частности, 9,91 миллиона сейчас добывается в США. Соответственно, если прошлая неделя окажется для медведей крайне удачной по приросту,
мы можем коснуться планки в 10 миллионов либо уже на этой неделе, когда выйдут официальные данные в среду от администрации научно-технической информации. Ну, в крайнем случае, с небольшой такой ноткой оптимизма, следующей неделе. Ну, друзья, то есть в перспективе 2 недель 10 миллионов баррелей в сутки должны быть достигнуты. И я считаю, что для рынка нефти это как раз новостной триггер вот этого самого разворота, который сейчас уже предвкушается, потому что мы видим, что нефть снижается, 68.35 в пятницу, 67.87 текущие котировки. Рынок готовится к достижение этой планки, потому что количество буровых за прошлую неделю снова выросло на 6 единиц до 765. Ну и, конечно же, на фоне увеличения числа нефтяных терминалов мы смело можем ставить на то, что соответствующим образом должны были вырасти и объемы производства. Поэтому, друзья, я считаю, что с учетом текущих цен у нас с вами еще больше шансов сейчас добраться до поддержки в 65 долларов за баррель, нежели чем было неделю назад. Ну, а вам, конечно, в счете решать. Устраивает ли вас такая аргументация? Верите ли вы так же, как и я, в начало доминирования продавцов на этом рынке? Либо вы все-таки еще склонны полагать, что нефть перепишет многолетний максимум и будет котироваться в этом году выше 70 долларов за баррель? Я считаю, что это весьма опрометчиво полагать и рассчитывать на такие котировки. Пара доллар-рубль, соответственно, ослабление нефти тут же притопило курс российской валюты 56.50. Это, конечно же, еще тот самый уровень, который говорит лишь о том, что российская валюта чувствует себя очень даже неплохо, но мы знаем, да и видим с учетом последней динамики, насколько активно рубль реагирует на нефть. Я думаю, что через 14 минут, когда стартуют торги на московской бирже, российская валюта будет, в частности, эта валютная пара, стремится в район 57. Евро против доллара. По-прежнему следим за статистикой по инфляции, потому что статистика – это то, что еще раз возвращает нас к комментариям Драги, да и ряда высокопоставленных чиновников Европейского центрального банка, которые единогласно подтвердили позицию, почему ЕЦБ будет вынужден еще какое-то время действовать в рамках тех стимулов, которые работают уже в еврозоне несколько лет подряд. Это программа количественного смягчения, пусть ее объемы сокращены до 30 миллиардов, но все равно это инструмент, скажем, нетрадиционной мягкой экономической политики. И помимо этого у нас еще низкие процентные ставки. Это снова акцент, друзья, на тему того, что если кто-то из вас рассчитывает на скорое изменение монетарной политики в сторону ужесточения, ну, сам Европейский Центральный Банк такую позицию не поддержит. Я думаю, что лучше все-таки склоняться в пользу того, кто и принимает это решение, в пользу Европейского Центрального Банка. Почему мы вряд ли в этом году увидим каких-либо изменений в монетарной политике? Потому что инфляция не просто далека от цели в 2%, к сожалению, даже есть тенденция ее постепенного снижение. И вот последние данные по индексу цен производителей, это отчет пятницы, еще раз снова нам доказал то, что с инфляционными ожиданиями серьезные проблемы, потому что индекс цен производителей в годовом выражении снизился с 2,8% до 2,2%, в месячном с 0,6% до 0,2%. В связи с таким отчетом, я думаю, что следующий релиз по индексу потребительских цен, который выйдет уже через, по сути, 2 недели, позволит говорить нам о еще большем давлении на инфляцию. И снова это мощный аргумент, который сейчас пока в формате ожидания, потом уже в формате реальных цифр, может оказывать давлеющий эффект на курс европейской валюты против евро. Также действует еще и доллар. Не будем опять же каркать, не хочется спугнуть покупателей, которые есть сейчас на рынке, которые спекулируют сейчас длинными позициями долларом, в частности, доллар японская иена держится рядом с отметкой в 110, это выше, чем минимальные уровни, зафиксированные 2 недели назад, и это то, что настраивает такое позитивное настроение и, соответственно, позволяет нам сейчас говорить о том, что доллар может забраться повыше. Ну и на этой ноте я, собственно, предлагаю перейти к теперь непосредственно к паре доллар-японская иена, потому что здесь фон был самый интересный в пятницу. Non-farm payrolls, статистика по количеству новых рабочих мест –
Собственно, гораздо лучше ожиданий. 200 тысяч мы увидели по цифрам. Прогноз был на отметке 160 тысяч. Уровень безработицы остался на прежнем значении 4,1%. Средняя почасовая заработная плата. Здесь супер прогресс и позитив, потому что по факту 2,9 с 2,5%. Вывод сразу же, который должен был быть сделан всем рынком, то, что на фоне такого прироста заработных плат, конечно же, потребители будут еще больше тратить. И активность потребителей в конечном счете будет стимулировать рост индекса потребительских цен, инфляции. И я напоминаю вам, что в ходе последнего для Джанет Йеллен, да и последнего, который состоял заседание американского регулятора, была озвучена позиция, что индекс потребительских цен останется стабилизироваться вблизи целевых значений. И те условия, которые будут созданы на рынке, потребуют под собой более жесткую монетарную политику. Вот почему мы с вами через месяц с вероятностью в 90% уже после пятничных отчетов по рынку труда ждем, что ФРС примет решение о росте процентных ставок. Мичиганский индекс тоже прогресс 94,4. Это получается 2 месяца назад, и прошлый релиз 95,7. Плюс к американской статистике хочу еще отметить и японскую валюту, почему она еще оказалась под давлением. Причина уже национальный фон. Некоторое время назад на рынке появилось предположение о том, что Банк Японии подумывает о том, чтобы также начать сворачивать сверхмягкую экономическую политику. И, собственно, заседание, которое прошло в конце прошлой недели Банка Японии, поставило, скажем, такую жирную точку на вот этих предположениях и разрушило надежды тех, кто считал, что Банк Японии тоже присоединится к регуляторам, уже вставшим на путь более жесткой монетарной политики. Потому что Банк Японии принял решение увеличить объем облигаций, покупаемых. Я хочу заметить, друзья, что такое решение принимается только в том случае, если сам регулятор понимает, что те целевые ориентиры, которые были по доходности, таргет у них 0% по десятилетним облигациям национальным, он уже не удерживается. И, соответственно, доходность бумаг начинают расти. Соответственно, для того, чтобы все-таки сохранить этот таргет, им нужно было искусственно создать интерес к этим бумагам, а спекулятивный спрос с их стороны тут же сказался на росте стоимости, снижении доходности. Но в данном случае 0 как показатель держится рядом с целевым значением. И сам факт вот этой решительности Банка Японии, он доказывает, друзья, что вот эти комментарии о важности мягкой экономической политики, это не просто голословное заявление. Это действительно та политика, которая удерживается, сохраняется и будет продолжена японским регулятором тоже как минимум до конца этого года. Соответственно, против японской валюты будет действовать не только сильный доллар, но еще и национальный фундамент. А в целом для пары доллара японская иена у нас хороший плацдарм для того, чтобы расти. Надеюсь, то, что мы, как трейдеры и спекулянты, не быстро забудем о таком мощном фундаменте прошлой недели и начнем вот эту неделю, даже несмотря на вот небольшие потери, которые несет американская валюта, все-таки с хорошим расположением, скажем, хорошим настроем и с такой же неизменной верой то, что американская валюта может стоить дороже и, в принципе, должна стоить дороже. Австралиец на этой неделе в центре внимания, хотя, если посмотреть на текущие котировки, австралиец является одним из самых, скажем, активов, инструментов, несущих самые большие потери. Ну, не то чтобы самые большие, в конвейе с некоторыми активами. Несколько дней назад мы видели котировки 80. Я говорил, друзья, смело нужно продавать, обязательно нужно продавать, потому что это очень, на мой взгляд, предсказуемое будущее распродажа, которую можно конвертировать в профит. Надеюсь, что вы воспользуетесь этой рекомендацией, потому что текущие котировки уже 0,7927. Рынок просел. Точнее, австралийский доллар на чем? На росте доллара, на опросах Reuters о том, что Банк Японии поднимет, точнее, Резервный банк Австралии поднимет вопрос ужесточения политики только не раньше 2019 года. Это то, что мы с вами также допускали, потому что я всегда делаю акцент на то, почему Резервный банк Австралии будет привержен мягкой экономической политике. И, собственно, завтра, друзья, у нас заседание Резервного банка Австралии. Ставку, безусловно, менять не будут, но в этот раз мы должны
крайне быть внимательны к тем заявлениям, которые будут сделаны автоматом. Мы уверены, то, что следом за решением по ставке Резервный банк Австралии снова напомнит нам, чем рискует экономика, работая с более высоким обменным курсом национальной валюты. Это и прежние риски для экономического роста и для инфляции. Вот этот тезис будет снова отмечен и обозначен для рынка, рынку завтра. Значит, потенциально австралиец может оказаться под серьезным давлением. Для нас это лишь еще один аргумент, почему нужно сохранять прежние селлы. Я надеюсь, то, что мы с вами в ближайшие торговые сессии сможем просесть даже ниже отметки 0,78. Новозеландская валюта то же самое. Заседание Резервного банка Новой Зеландии на этой неделе. Риторика абсолютно такая же, как и в рамках Резервного банка Австралии. Те же самые риски и проблемы. Соответственно, можно сказать, те же самые причины, почему и новозеландский доллар также нужно распродавать. Канадский доллар центральным событием для этого актива валютного на этой неделе будет рынок труда, статистика, которая будет опубликована в пятницу. Если вас интересует этот инструмент, ну, вы наверняка уже посмотрели, какие ожидания по рынку, по поводу рынка труда, простите за тавтологию. И если нет, посмотрите, сможете убедиться в том, что прогнозы очень и очень слабые, соответственно, канадский доллар рискует оказаться под давлением. Но я думаю, что еще до пятницы мы сможем оказать серьезный прессинг на этот инструмент, потому что до пятницы, уверен, обязательно еще больше просядет нефтянка и, соответственно, еще больше вырастет доллар. И напоследок хочется отметить еще британскую валюту. Кстати, сегодня фунт также остается в центре внимания, потому что в 12:30 по московскому времени выйдет отчет по активности в сфере услуг Англии. То есть это отчет, который замыкает показатели активности в строительстве и в промышленном секторе. Помните, очень слабые отчеты по сфере услуг. Скорее всего, тоже у нас будут слабые цифры. Но я еще раз повторяю, друзья, то, что слабую статистику нужно, как бы это парадоксально ни звучало, но использовать в качестве топлива для роста фунта, потому что чем слабее сейчас данные, тем больше претензий к потребителям, как, скажем, категории, которая не оказывает должного разгоняющего воздействия на экономику. А, соответственно, причины, снова повторяю про инфляцию, думаю, что те, кто торгует фунтом, знают, насколько остра эта проблематика. Поэтому ждем сегодня слабые цифры и все равно даже на слабых данных делаем большую ставку на то, что фунт сможет возобновить восходящее движение. Повторяю то, что сейчас котировки 1.41. Ну, моя такая субъективная цель до конца этой недели снова вернуться как минимум к планке и сопротивлению 1.43. Также сегодня в 18.00 еще статистика АСМ в сфере услуг по Штатам. Ждем сильного отчета и снова по этому сектору американской экономики. Хотя на фоне такого очевидного прогресса, который мы уже констатировали на рынке труда, ну, глупо сейчас не делать ставку на то, что все сектора экономики в буквальном смысле должны процветать. Поэтому я жду сильных данных, я жду все-таки закрепления пары доллар-японская иена выше отметки 110 ровно. Друзья, на этом все. Большое всем спасибо за внимание. Соответственно, если есть вопросы, вы можете задавать их на нашем канале на YouTube. Параллельно с вопросами не забывайте ставить лайки, за которые, друзья, всем, кто их ставит, огромное спасибо. Увидимся завтра в 9:30 по московскому времени, как и всегда, в прямом эфире через Перископ. Также сегодня состоится еще и вебинар в 16:30 по московскому времени, где мы еще раз разберем детально, досконально все события прошлой недели, чтобы еще раз лично для себя убедиться в том, что для фундаменталистов крайне важна преемственность новостного фона. И очень важно знать, что у нас тянется позади, прежде чем мы могли бы готовить к событиям грядущим. Ну, также поговорим и о них. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.